Давайте, ребята. А парочку загадок отгадаете? Да. Ну что, Дедушка Мороз, это по-твоему. Хорошо. Знаешь новогодние загадки? Конечно. А вы знаете новогодние загадки? А отгадки знаете? Да. Ну что ж, сейчас проверим, а ну. А ну, ребята, кто рисует без рук, а кусает без зубов? Снег. Мороз. Нет. Мороз. Не снег. Мороз. Молодец. А ну, какой молодец. А еще? Вторая моя супер-пупер сложная загадка. Ребята, зимой и летом одним цветом. Дали мою суперсложную загадку? Да. Ой, ну погиб, тогда и смысла нету рассказывать, если они этого ждали. Ну что ж, ребята, а следующее задание сможете от меня? Да. Пройдете? Пройдем, ребята. Да. Ребята, а что на улице и снега высокое такое? Что? Да. У нас, почем мы ходим вот так в садик? Да. По снегу, а когда это большим слоем, это что? Сугробы! А через сугробы ходим в садик вот так, да? Да. Ну что ж, давайте попробуем. Переходите быстренько. Сейчас сделаем у нас три паровозика. Давайте вот, да? За вот это вот наш. Давайте выбежим паровозик. Еще один паровозик. Вот такие вот у нас огромные дыры, следы больших животных. Вам сейчас нужно пройти только по ним. Сможете не наступить на сугробы? А ну, давайте попробуем, Первые пошли. Давайте проходим. И возвращаемся в конец паровозика. За не меня обратно отбегаем. Сзади отбегаем. А ну, пират, куда ты пошел? Пират! Давай, не падай, не падай. Давайте попробуем еще раз пройти. А ну, давай. Быстрее входим сзади нас обратно в паровоз. Обратно в паровоз. Да. Меня не болеет.
Что это у нас такое? Сосульки. Сосульки, молодцы. А сосульки у нас из чего? Из воды, молодцы. Сейчас мы попробуем вот такие вот наши сосульки. Я скажу, просто погодные сосульки. Сейчас мы такие сосульки попробуем положить в нашу огромную метель. Сможете? Да! Сейчас давайте поделимся на две команды. Так, нет, девочки и мальчики. Итак, давайте сделаем так. Девочки против мальчиков. Согласны? Итак, мальчики все становятся с этой стороны, а девочки с этой. Девчонки, давайте туда, туда. Девочки на ту сторону. Давай. Смотрите, какая у нас большая метель, и у нее есть вот такие вот огромные дырки. Сейчас вам нужно будет перекидывать наши сосульки вот так вот в дырочки. Лена, давайте первыми будут девчонки. Нет, у меня нет. У кого две сосульки?
девчонки отходим. Итак, давайте, мальчики, мальчики, раз, два, три, кидай. Красавица. Следующий.
Загадали? Да. Отходим теперь широко, чтобы оно исполнилось.
действительно. Чтобы оно исполнилось, нужно его лопнуть. Сейчас на счет три. Раз, два, три. Ура!